После выборов 2013 года партийные политсоветы проходят регулярно, один раз в месяц. На днях состоялось очередное заседание местного отделения партии. Была отмечена высокая явка членов «Единой России» и их активное участие в тех вопросах, которые поднимались на повестке дня. Подробнее о новых проектах партии смотрите в нашем первом сюжете. 20 марта в здании районной администрации состоялось заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». В ходе него рассматривались текущие вопросы. Первой на повестку дня была вынесена тема о ходе реализации проекта «Новые дороги городов России», в рамках которого происходит благоустройство и облагораживание придомовых территорий Ленинского района. Игорь Коршаков в своем докладе озвучил, что износ дорожной сети в районе составляет 64%. Для обеспечения надлежащего состояния дорог и безопасности дорожного движения ежегодно проводятся работы по текущему и капитальному ремонту дорожно-мостового хозяйства в Ленинском районе. В 2013 году доля отремонтированных капитально автомобильных дорог составила 15%. Цифры говорят сами за себя. Все так же остается проблема содержания дорог областного значения, находящихся на территории нашего района, снижение нормативов по уборки в подведомственных объектах, находящихся в областном подчинении, и освещение дорог. Каковы же пути их решения? Обеспечение приемки в муниципальную собственность автомобильных дорог областного значения, бесхозяйственных и ведомственных дорог. Выполнение мероприятий по освещенности дорог. Обеспечение финансирования для обслуживания, ремонта и реконструкции дорожно-мостового хозяйства, находящегося в муниципальной собственности и расположенного на территории Ленинского муниципального района. На заседании обсуждали открытие новых партпроектов, посвященных заботе о людях. Старшее поколение и единая страна, доступная среда. Это проект посвящен созданию комфортабельных условий, комфортных условий для жизни нашим жителям с ограниченными возможностями. Я говорю об инвалидах, о тех, кому затруднительно передвигаться, чтобы была доступна инфраструктура. Также партийцы говорили о работе в поселениях Ленинского района. В сельском поселении Володарское начали решаться некоторые вопросы. Из основных – это переселение из старых домов в новые. Но по-прежнему жители волнуют и нерешенные социальные вопросы. Дороги, которые у нас не очень, все об этом знают. Это детские сады лишние, хотя у нас спасибо, что у нас построен уже один детский сад, нам бы хотелось, конечно, больше. Это и школы. Есть несомненный плюс в том, что все важные и актуальные задачи решаются при участии партии. Мы стараемся активно участвовать и как можем проконтролировать реализацию этих вопросов, чтобы это действительно средства там не уходили в ненужном направлении, чтобы более качественно эти средства, выделенные на реализацию этих проектов, были использованы в нашем районе. В завершении политсовета рассматривался вопрос, посвященный принятию в партию новых членов и снятию с учета членов партии. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.